А вы сами вовремя штраф оплачиваете? Всегда вовремя, да. Законопослушный гражданин, даже если и нарушит правила, старается оплатить квитанции в положенный срок. Самое частое нарушение по статистике автоинспектора Альметьевска – непристегнутый ремень безопасности. А вы сами штрафы вовремя оплачиваете? Штрафы за эти нарушения водители, как правило, получают сразу же от сотрудников ДПС. А какие чаще всего копятся, так это взыскание за превышение скорости. Последние приходят через почту письмами счастья. По закону административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Неуплата административного штрафа в срок влечет за собой последствия, предусмотренные статьей 20.25 часть 1 КУАП РФ. Наложение штрафа в двукратном размере, но не менее 1000 рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательной работы до 50 часов. То есть почти неделю, если считать рабочий день по 8 часов, гражданин будет приносить пользу обществу на альтруистических началах. А если сильно затянуть с оплатой, к автоинспекторам могут подключиться и судебные приставы. Под конец прошлого года в Альметьевске около 600 водителей-нарушителей оплатили штрафы в двойном размере, а могли сэкономить в половину, если бы погасили их досрочно. В этом году просроченных платежей набралось 128 человек. Тимур Туманов, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.